В Казахстане планируется внедрение системы маркировки и надзора за лекарственными средствами с 1 июля. Система вводится в целях ликвидации теневого рынка, а также профилактики рециркуляции и контрафактности лекарственных средств, создание условий для добросовестного бизнеса и повышение качества производимой и ввозимой в страну продукции. Отметим, что в области организован центры помощи, куда предприниматели могут обратиться за бесплатной помощью. Это 9-й микрорайон, 10-й дом и 31-й. Первый микрорайон, дом 32/1. Наряду с этим круглосуточно работает горячая линия по номеру 8 800 080 65 65. Маркировка лекарств – важный инструмент для отслеживания движения лекарств по всей цепочке поставок. От производителя, структуры распределения, аптека, медицинских организаций до конечной точки – пациента, и важный шаг к цифровой экономике. В Мангистауской области функционирует 14, в том числе 5 оптовых складов, 322 аптеки. Кроме того, стал известен список тех, кто участвует в обороте маркированных фармацевтических товаров: производители, оптовые компании, дистрибьюторы, розничные точки, аптеки, медицинские организации, пациенты.